темно-зеленый, блестящий, продолговатый, овальной формы. Бессемян, Карловский пионер, Антоновка, Спартак и еще больше десятка других сортов. Яблоки на любой вкус и цвет выращивают в колхозе Белоярский. Апробацию маточных питомников, плодовых и ягодных насаждений в Чердаклинском районе провели специалисты Министерства агропромышленного комплекса совместно с представителями Россельхозцентра. Проводить такую процедуру наиболее целесообразно в период созревания плодов и ягод. Экспертному анализу подвергаются условия выращивания посадочного материала, оценивается общее состояние деревьев по урожайности и пораженности болезнями. Садовые угодья промышленного масштаба раскинули на 90 гектаров плодовых деревьев и молодых саженцев. Уже несколько лет здесь активно внедряется модернизированная технология посадки. Так называемые сады интенсивного типа урожай приносят значительно быстрее. Секрет производства заключается в сокращении площади посадки деревьев за счет использования карликовых подвоев. Сейчас возросла доля садов интенсивного типа, потому что уже на третий год можно получить полный объем урожая. И данная отрасль, она, в принципе, имеет большие перспективы как в наращивании площадей плодовых многолетних насаждений, так и с точки зрения импортозамещения. Славится сельхозбренд не только яблоками. Фермеры выращивают груши, смородину, абрикосы и даже черешню. Покупая саженцы, важно не ошибиться с сортом. Апробация в этом случае – наилучший помощник. В ходе осмотра специалисты сельхозцентра подтверждают статус плодоносящих культур по форме, цвету, срокам цветения и даже по блеску кожицы. Осенью, это в сентябре месяце, под нашу марку, я имею в виду про совхоз Белоярский, продают посадочный материал не нашего качества. Мы выезжаем только на ярмарки района и области, и приезжают люди непосредственно в хозяйство, где покупают натуральные, без обмана, те саженцы, которые им нужны. Старт ярмарочного сезона в Ульяновской области намечен на 5 сентября. Яна Федорищева, новости Улправда ТВ.